Общеукрепляющий комплекс гимнастики для детей 3-4 лет. Гимнастика проводится несколько раз в неделю в течение 5-6 минут. Каждое упражнение повторяется 3-4 раза, но не более 8 раз, чтобы ребенку не надоело. В этом возрасте ребенок выполняет движения, повторяя их за взрослым. Здравствуйте! Сегодня мы покажем вам комплекс общеукрепляющих упражнений для детишек 3-4 лет. Вставай напротив. Упражнение начинается с ходьбы. В этом возрасте очень важно сделать упражнение для формирования стопы, для профилактики плоскостопия. Поэтому ходьбу мы усложняем и ходим на внутреннем или на внешнем крае стопы. Вот так вот. На пяточках, на носочках. Упражнения для этого возраста должны носить имитационный характер. Поэтому, когда ребеночек ходит на носочках, можно попросить его, как будто он летает, как бабочка. И машет крылышками. Крылышками машет. Да, бабочка вот так летает и крылышками машет. Вот как здорово. Мы, когда устали, обязательно должны подышать и сделать дыхательные упражнения. Да? Вдох, ручки в стороны, выдох, хлопок перед грудью, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Детки очень любят упражнение «пружинка». Давай покажем, как его делать. Прыг, скок. Ребенок присаживается, а потом самостоятельно прыгает, а взрослый в это время держит его за кисти. Прыг, скок. Прыг, скок. 5-6 раз. Прыг, скок. Прыг, скок. Прыг, скок. Прыг, скок. Опа! Молодец! А теперь, Маргарита, давай покажем, как перешагивать через препятствия. Это упражнение очень полезно, оно развивает силу и ловкость. Мы ставим наши стульчики. Мы натянули здесь веревочку на высоте 20 сантиметров. И ребенок должен перешагивать через нее чередующимися шагами. Давай, буду сильным, буду ловким, перепрыгну я веревку. Да, не прыгать, да, перешагивать. Еще разочек, буду сильным, буду ловким, перепрыгну я веревку. А еще перешагни. Молодец, а теперь туда, в ту сторону, перешагни ножками. Молодец! Выполняем очень важное упражнение, которое называется наклоны. У медведя в обору грибы, ягоды беру. Раз грибок, два грибок, положу их в кузовок. Теперь наклоны в стороны, давай покажем. Тик-так, тик-так, то стучится громко так. Это там идет игра, в крокет играет машкара. Закончили наклоны, Маргоша. А теперь давай поиграем в веселую игру с шариками. Давай, бери шарики. Мне вот эти. Отлично, а мне вот эти. Давай берем шарики и бросаем их далеко. Из-за головы и другой ручкой. Одной ручкой и другой ручкой. Молодец, умничка. А теперь мы делаем следующее упражнение, которое выполняется лежа на полу. Ложись, Маргарита, вот так, умничка. Но называется ножки длинные, делаем и ножки короткие. Ребенок сгибает ноги в коленях, обхватывает себя ручками, а потом выпрямляет ножки, достает ими ладони взрослого. Ножки длинные, ножки короткие. Можно сопротивляться немного движением ребенка, только силой толкаем, силой ножки. Ножки длинные. Ножки длинные, силой ножки толкаем. Ножки длинные, ножки длинные, ножки короткие. Ножки длинные, ножки короткие. Очень хорошо. А теперь нужно встать без помощи рук. Вставай, вставай, вставай. Умничка. Теперь ложись. Поднимаемся. Молодец, умничка. Встаем, Маргоша. Все, комплекс упражнений теперь закончен. Он заканчивается, как обычно, ходьбой, бегом, а потом водными процедурами.